мне напоминает путь в речку Монфору. Да? Сначала вниз. А. Не, мы пока туда не едем. Странно, у меня ощущение, что их строили испанцы, потому что там арочная система. Сейчас одна башня у нас на пути будет разрушена. Держали своих этих арестованных, потому что там камеры звуковые. Арестованные. И поэтому называют ее тюрьмой. Тюрьмой назвали. Это измененное название. Настоящее название люди не помнят. Понятно. Идемся. Осталось только половина. А теперь смотрите, какой она была целая. Идем к нам. Закрыли все сделки, не все. Вот здесь они только табличку поставят. Ну пойдем посмотрим. Ладно, я тут поставлю. А что ты боишься? Пойдем. Пойдем, там интересно будет. Пошли. Все, что от нее осталось. А вот что интересно, это вот эта камера. Сможешь залезть туда? Там. Вот туда вот? Да, да. Нет, вот сюда, вот сюда, вовнутрь. А вот посмотри, что там. Забирайся. Сейчас мы зашли в камеру. Сильнее.
клевый, самый плохой. Мы смотрим, как он нравится. Иди сюда. Да я не пойду. Сам. Я? Сам подошла. Иди сюда, прикольно. Нет. Серьезно тебе говорю? Мы здесь церемонию проводили, серьезно. Ты как слышно? Я сейчас засунул полностью голову. Там, там есть точка, где ближе хуже, дальше хуже. Именно середина. Совершенно верно. Сейчас еще раз промкаем. Сейчас. Начнем отсюда. Целый коридор был из таких ниш, а именно их назвали, что это тюрьма была. Как их, чертовы бабушки, тюрьма, да, блядь. Это тюрьмы или, конечно, далеко. Они явно были выточены идеально совершенно. Для, именно для акустики. Для звука. Да. Ты можешь пройти направо, посмотреть. Сейчас там остатки, но все равно это не просто так все сделать. Здесь еще одна такая же. А ниша? Только ниши не вижу. Все поломано. Вот ниша сзади тебя. Вот это? Но она была... Не, она поломана. Не, уже не, нету эффекта. Эффекта нет уже. Да. Интересно, что эффекты не бывают и в глиняных, где имитация сделана этих ниш. Там тоже эффекта нет. Эффект только вот здесь, где звучат вот эти вот камни. Причем они были расположены друг на друге, друг над другом, друг за другом одновременно. И если это камертоны, то они должны давать были созвучие какое-то. Но вот вопрос, кто гудел? Да. Это должен быть звук низкого пошиба, вот такого вот, низких тонов. Вот это вот гладко, круглое. Она уже испорчена эрозией, но ну, да. Видимо, гладко было. Любопытство. Хочешь, подсажу? Вы не пройдете больше. Вот это все друг по другу эти камеры располагались, но это вот обозначение камертонов, таких каменных камертонов. О, смотри. Ага. Снимай. Снимаю, снимаю. О, ниши. Угу. Они раскололись, и видишь, камень единый был. Если я стану не в нишу. У тебя расколотая как раз ниша, да, на ту сторону, а здесь нет. Маленькая. Прям садится. Тюрьма уже. Хорошо сидим. Да? В тюрьме. Надо взять только сюда, и у меня расколотая, а у тебя нет. А кто слышит? Нас слышно? Может? Я да, если ты развернешься туда и выйдешь сюда наружу, он будет видеть. Ну-ка. Вот смотри, прямо по центру идем туда. Так, колени не встану буквально. Сейчас найдем. А
там вообще было в том. Не, слышно, даже так вот я разговариваю, вот так вот слышно. О, да. О. Да. О. Я сам, у меня прям эхо меня бьет сюда. О, да, том, сейчас. Резонанс, мы должны, по идее, входить в резонанс. Чего ты ж по ушам лупит? Как будто кто-то стучит в стену. Ам. У меня прям вот... Ам. Это связано с резонансом. Да? Дети. Резонанс. Резонанс. Когда два камертона входят в резонанс, ага, они начинают давать звук ля. А у нас тут это камертон. Амма. Вот так. Прикольно. Здорово. Утверждаешь, что эта камера там кукуруза сушит? Ну, знаете, ну, высушили кукурузу и зашли в камеру. А из камеры снова кукурузу высушили. А здесь... Я когда приходил, вот этого не было безобразия. А здесь янки сушили кукурузу. Я спросил, зачем вы это делаете? Они говорят, нам Министерство культуры сказал, мы и делаем. О, да. Причем инки здесь кукурузу не сушили, а вот янки, наверное, сушили. Здесь явно же был это самое, крыша была, здесь очень холодно было. Как это тут, что сушить? Ее на солнце все сушат. Наверное. Ну, вообще должно быть проветрено. Должно быть две стороны открыты, а здесь все закрыто. Как здесь так может закрыто быть? Ну они просто не придумали этой штуки. Может тут ламы вообще жили? А можно это будет, по-моему? Смотри, сколько сточных камней для воды. Да. Археологи их собрали. Да, собрали. Это вот это они нашли. А это вот из стола первоначально, как из стола первоначально. Да, вот, пожалуйста. Дуктус де вентиляцион. Это две вентиляции, эти самые... Проходы для вентиляции, чтобы проветривать продукты питания. Да. Это места, чтобы склады продуктовые использовать как склады продуктовые. Прежде всего маис. Здесь также были найдены керамические объекты. Из керамики сделаны из металла и так далее. В общем, сушить кукурузу. И все это придумали, и люди это вот, верят. И вот это официальная история. А вот это вот. Да, это бабочка. Вот это, все, вот это официальная история. Вообще это да. Никакой связи с кукурузой нет, а лишь бы так и написать. Лишь бы написать. Да. А, потому что нужно упросить его. После этого как можно верить всей этой истории? Никак не будешь верить. Это при мне вот делалось. И получается, что они упрощают историю, потому что объяснить сложно они не могут. Это то же самое, что сейчас происходит с правительствами. Они, уровень цивилизации достиг такой сложности, что правители просто не постигают эту сложность, и они решают упрощать ее до себя. Они реально тупые, вот просто тупые наверху сидят. И начинается деградация общества сейчас. Вот это глобализм, это деградация общества. Умышленно, потому что они уже не постигают, а куда дальше двигаться, а что мы будем делать, а посмотри, что творится. А люди свободны стали. Ну так вот. И здесь это повторяется история в археологии. То же самое. Ну, археолога главного, который здесь управлял вот этими всеми работами, я говорю, зачем вы это делаете? Это уже не было здесь, я не видел это последние годы. Он говорит, что нам Министерство культуры сказали, и что мы будем делать, противоречить? Кукурузу сушили вот в таких местах. Смотри, как издалека классно смотрятся эти пещеры. Ага. Вот тут, где мы залезли. А, не в пещеры. Ага. Да, классно.
вы смотрите наш канал, вам нравятся наши фильмы, ставьте лайки. Обязательно пишите комментарии. Пишите, что улучшить в наших фильмах. Как сделать наш канал более интересным. И подписывайтесь на него, чтобы ничего не пропустить. Всем привет!